Портрет Бия Медичи, дочери Козимо I. Картина Анжело Бронзино, написанная в 1842 году. Сороковые годы XVI века, знаменующие начало следующего этапа феодально-католической реакции в Италии, отмечены стабилизацией в итальянских государствах феодально-монархического режима и активизацией деятельности папского Рима, который возглавляет организационное наступление правящих кругов на все ренессансское наследие в политической и духовной жизни страны. Папа Павел III Форнезе вводит церковную цензуру, восстанавливает деятельность инквизиции. В конце 1530-х годов возникает орден иезуитов, которая становится авангардом католической реакции. Она достигает своего апогея в 50-е и 70-е годы, когда церковь, опираясь на инквизицию, становится на путь массового террора в борьбе за всеми прогрессивными силами общества. Господствующим жанром в живописи становится парадный портрет. Бронзино, будучи с 1539 года придворным художником, пишет портреты членов семьи Медичи, приближенных высокопоставленных особ, верхушку аристократии. Портрет дочери Козимо I, написанный в 1542 году, поражает неподдельной искренностью, чистотой восприятия окружающего мира и трогательной нежностью юной принцессы. Художник создал редкий для того времени тонкий по восприятию психологический образ девочки-подростка.